Последние полгода я работаю государственным налоговым инспектором. В инспекции, как в зеркале, отражены все прелести кланово-олигархического капитализма. Оплаты труда хватает только на качественное питание и самые неотложные покупки. Реальная зарплата простых сотрудников и приближенных к руководству различается в разы. Часто загружают работой сверх нормы. Тем временем заместители начальника в основном занимаются тем, что следят через камеры за работой других сотрудников и показывают свое превосходство при любой возможности. А если кто-то начинает возражать, говорят так: или вкалывай на предложенных условиях, или иди в отдел кадров, то есть увольняйся. В общем, полное бесправие. Но больше всего поражает настроение коллег. Когда начинаешь объяснять спокойно, объяснять губительность проводимого курса, многие отмахиваются и говорят: наверху виднее, лучше сидеть тихо и не высовываться. Все равно мы ничего не решаем. И тому подобное. Соглашаются со мной лишь немногие, причем тем, кто поддерживает статус-кво, в основном за 45 лет. Теперь мне стало понятно, почему так легко был разрушен Советский Союз и почему три десятилетия устойчиво держится нынешняя система. В угоду партноменклатурным кланам советских людей воспитывали как верноподданных, а не думающих и способных к критическому мышлению граждан. Если России вновь удастся пойти налево, то социализм обязательно должен быть демократическим, с политическим народовластием, гласностью и свободой дискуссий. Нужно с самого начала установления условной диктатуры пролетариата взращивать политически активных граждан, граждан, способных к самоорганизации, и не допускать преследования за активную гражданскую позицию. Люди должны открыто высказывать свое мнение и не бояться спрашивать с руководства. Иначе все опять завершится крахом. В связи с особенностями службы настоящего имени не указываю.